Всем привет, с вами я, Purple Galaxy, и мы продолжаем играть в Primal Carnage. Я обещал, что буду снимать, так вот у меня появилось время, и я снимаю! Ура! Давайте же приступим. Вот. Давно не играл, кстати, в Primal Carnage, так что не судите строго, что вообще херовая игра. Давно Carnage не заходил, там только, по-моему, одна зимняя дно выходил. Все. Кто пишет? Пиры, однако. Ой, кого-то убил, нет. Бля. Ну что ж, продолжим играть за Церу. Там, где все динозавры собираются, там люди тоже. У этого Карнова. А, не, обычный снег. Стандартный. Ух ты, у спины какой-то интерес. А, это Акра. Акра нихера бежит, конечно. О. Это Пахи, однако. Чисто Пахи. О, мы с ним вот тут. Посередине, чуть-чуть левее. Блин, как давно не играл в Carnage. Вообще кайф. Ух ты, еще по краям чуть-чуть как будто бы замороженная арена. Так. Команда лучше его. Да, это оружие. Оружие грозите. На контру можно садиться. Да, уже неплохо. Тикаем, тикаем, тикаем. Ел. Еще тут. О, там криво. Привет, криво. Принять. Что ж, можно, в принципе, тут оборону принять. Убежать смогу. Давай, давай, давай. Успел. Раза я убью, короче. Что ж, давайте за снайпера поиграем. Да, вот там вож конце. Р надо нажать, если играть, надо нажать R, чтобы следить на стрелы, которые стреляют взрывными болтами. Так говорят. Ну, болты типа. Раньше вы мне тоже могли замечать, что я так делаю. Блин, тут где-то должен быть Петера. Чувствую себя как в Counter-Strike с АВП. Блин.
что я могу сделать с раптором? О, донатить скин на раптора. Кстати, возможно, он не донатный, ведь в прошлый Новый год я тоже, кстати, выбил себе скин, который оранжевый, то есть как бы донатный, но он не донатный, я его выбил. По-моему, этот скин, знаете, на тиранозавра, по-моему, как-то. Ну, и потом покажу. Но я его выбил. Вот. Так, ну ладненько. Кстати, была бы классная тактика, типа, будто не так и так это будет двигаться, если бы был бы рейд этой базы нашей, тут типа много людей. Вот. Был бы рейд базы, когда много единиц пришло бы. Я бы мог строить рейд. Ну нифига. Блин, убил. Второй уровень. Ну, второго. Сейчас упадет. Ай, блин, надо аккуратнее там быть. Кстати, я по себе знаю, потому что я там, по-моему, тоже когда проваливался. Или мы нам все равно дом доставили тест, провалюсь ли я. Кстати, если вы хотите, подписчики, кто сейчас слушает, напишите в комментариях. Если хотите, чтобы я снял видео про разбор любого персонажа или динозавра из Primal Carnage, типа, прям нормальный такой разбор, типа, характеристики, то против кого, кто ваш главный оппонент будет, если играете за Диноса или за кого-то из команды, вот, то пишите в комментариях. Кстати, Primal Carnage, по-моему, становится уже не популярным. Ну, как бы он так и так умирающий там. Фига. Ты будешь со мной попасть? Что? Я же тебя в сухую работаю. Куда ушел? Че? Хотите хорошо играть в Primal Carnage, играйте в CSGO. Хотите хорошо играть в CSGO, прям, играйте в Primal Carnage. То есть реакция, хотите реакцию, играйте в CSGO. Хотите продумывать свои шаги, играйте в Primal Carnage. Вот мы вам советуем. Да. Primal Carnage, типа, реально, я вот думаю сейчас куда идти. В CSGO, я думаю о реакции. То есть, когда вы идете в CSGO, можно и не думать, главное. Давай, давай, убирай. А вы под ним попасть. Давай, рад. Терпа будет летел. Я вот прямо так. А, все. Он даже. Я не понимал. Ну, за раптора, знаете, это имба, то есть за него может играть даже не профессионал. Я запилил коротенький видосик. Завтра, сегодня, может, вечером. Еще побольше видео.
Давай дальше. Ты куда уходишь-то? Я ж тебя не добил, а ты взрослым миром живешь. Умер как красавчик, так что ладно. Вот давно, кстати, за этого не было. Правильно. Сейчас корону первый? Я вообще жесткий. Если расходовать это, ну да, тогда он точно шанс промазать из вот этого электрического пистолета крайне велик. Кидай меня. Кислоту скинул, брат. Винтовки же убью. Вообще. Спасибо. Однако... тот... Кстати, сюжет про Мукарнич очень интересный. И, кроме секрет, сюжет про Мукарнич связан с сюжетом Зая. Там есть Магни Рекс какой-то, который, как Игорь Рекс про Мукарнич. Так что сюжет этих двух игр объедет. Follow me. Нифига. А, это может по трактору. Кстати, надо X нажимать. Вдруг реально работает. Get this bloody thing off me! Раптор трех сейчас этого. А, нет. Ну, кстати, надо попробовать из другого запрета поиграть, если говорить так себе. Ну, как за спас попробуем поиграть. Чё-то его вообще дико хуже. Офигенно дебучик. Как у нас не будет? Чё, фигня нормальная. А, это за режим. Я буду называть этот режим начало. Что? Побегаем за этот побег.
Знаете, у меня такое предчувствие, как бы говно другой. Не, важно, так и так я это знал, но... Сейчас, однако, я в этом... смогу убедиться. Хотя нет, целиться, однако, не такая уж и большая проблема, если целиться. Там диво, блядь. Ищем диво. Да, Озик у меня... Это Ову убил. Да. Это... говно дороги. Мастера нахуй. 11 убил. О, на третьем. Нет, на четвертом месте. Блин, пир отпустил. Видите, у меня тут руки нормальные. И вон видно. А вот тут и руки такие. О. Чё прям? Кстати, ну вот так вот если смотреть, то вот Рекс. Вот этот классный, конечно, был. Вот, вот этот Рекс, этого Рекса я выбил. Донатный Рекс. Ну, типа донатный, но при этом. Я не донатил на Рекс. То есть я его выбил тоже в Новый год. Хотите играть, хотите скины в Primal Carnage, играйте в Новый год. Или в какой-нибудь сезонный событий. Ух ты. Щит добавить. Нифига. В чем прошел? А, типа заспаунился. Нам печаль. А, типа, может убивали со спауном. Блин. Прямо Карнач такое чувство снималось как по парку юрского фига, именно парк юрского фига. Вот прям, ну, стройки все. Хотя это свой сюжет. Блин, я хотел... поддался. О, Невораптор, нифига. Не, ну видно, что пластики нету у игрока. Щит? Нифига. А, это ам. Патроны. Знаете, хотите мораль? Никогда не покупайте чипсы фикс прайс. Похоже на Doritos. То есть кукурузные чипсы не помню, ничего не берите фикс прайс. Какое говно вообще. Жесть. Куда отрывать? Вот, вот заходим. Ну то хоть не Рекс съел меня. Где Рекс нормальный? Так что ничего плохого в этом не вижу. А, убили Аку. А, еще помню, почему. У Пиры, по-моему, новая пушка вышла. Сейчас могу. Графика воды. Особенно физика. Может, да, типа есть? Карма, 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 карма.
две медали выживания. Может, у него, кстати, читы на Primal Carnage стоят. Типа, я знаю, что есть читы на Primal Carnage. Вы теперь знаете. Живите с тем, что есть читы на Primal Carnage. Так что, возможно, которые быстро получают медали, они не то, что хорошие игроки, а просто то, что с читами. Нифига ты не думаешь.